Теремок ТВ представляет. Раскраска. Все легковые машины. Седан. Синий. Темно-серый. Черный. Красный. Зеленый. Серый. Голубой. Такой кузов легкового автомобиля называется седан. Его легко определить по длинному капоту впереди и длинному багажнику сзади. Таких машин больше всего. Универсал. Фиолетовый. Темно-серый. Черный. А вот универсал. У этой машины самый вместительный салон с большой дверью сзади. В такой машине можно перевезти что-то большое, например, стиральную машину. Хэтчбэк. Красный. Темно-серый. Черный. Хэтчбэк легко отличить по заднему стеклу. Оно расположено под наклоном и поднимается вместе с крышкой багажника. Смотри. Минивэн. Оранжевый. Красный. Темно-серый. Черный. Машина с кузовом минивэн похожа на универсал, только больше. У минивэна целых 3 ряда сидений внутри, на которых могут ехать 6 человек или даже больше. Кабриолет. Голубой. Красный. Синий. Темно-серый. Черный. Смотри, это кабриолет. У этой машины убирается крыша. Как здорово ехать с открытым верхом, когда на улице светит солнце и тепло.
родстер. Бордовый. Темно-серый. Черный. Родстер похож на кабриолет. У него тоже убирается крыша. Но родстер – это мощный и быстрый спортивный автомобиль, у которого всего два сиденья для двух пассажиров. Пикап. Зеленый. Темно-серый. Черный. Пикап – это легковой автомобиль с двумя передними дверями и небольшим кузовом сзади. На такой машине удобно возить разный груз на дачу. Фургон. Желтый. Коричневый. Темно-серый. Черный. Это фургон. Он похож на пикап, только вместо открытого кузова у фургона сзади крытая будка. Теперь можно не бояться, что груз в кузове намокнет. Лимузин. Лимузин – это как седан, только очень длинный и комфортабельный. В лимузине могут ехать много-много людей. Джип. Оранжевый. Коричневый. Темно-серый. Черный. Джип – это машина повышенной проходимости. У него большие колеса и мощный мотор. Такой машине не страшна любая грязь. О, это же знак автомобильной парковки. А вот и все наши машины. Лимузин, фургон, пикап, родстер, кабриолет, минивэн, хэтчбэк, универсал, седан, джип,
Тракторы. Часть первая. Маленький трактор. Красный. Темно-серый. Серый. Черный. Маленький трактор работает на даче. Летом он может косить траву или пахать землю. А зимой к нему можно прицепить лопату, и он будет чистить снег. Вот здорово! Универсальный трактор с большими задними колесами. Синий. Серый. Темно-серый. Черный. Голубой. Зеленый! Трактор с большими задними колесами может пахать землю, сеять пшеницу или возить прицеп с картошкой. Он ездит и по полю, и по обычным дорогам. Большой универсальный колесный трактор. Зеленый. Серый. Темно-серый. Черный. Голубой. Коричневый. Это большой и сильный трактор для работы в поле. Сейчас он пашет землю, чтобы можно было посадить картошку. А когда картошка вырастет, трактор приедет и выкопает ее. Разгрузка. Тракторы. Вторая часть.
Огромный желтый трактор. Коричневый. Зеленый. Голубой. Желтый. Черный. Темно-серый. Серый. Это огромный и самый сильный трактор для работы в поле. Он такой сильный и большой, что готов всегда прийти на помощь и без труда вытащить всех, кто застрял в грязи. Смотри! Большой гусеничный трактор. Коричневый. Зеленый. Голубой. Синий. Серый. Темно-серый. Черный. Что же делать, если застрял огромный желтый трактор? Его может спасти большой гусеничный трактор. У него вместо колес широкие стальные гусеницы, на которых невозможно застрять. Вот это да! Трелёвочный трактор. Коричневый. Зеленый. Голубой. Серый. Черный. Это трелёвочный трактор. Он ловко берет пачку спиленных деревьев и вытаскивает их из густого леса на опушку, чтобы грузовик или совоз смог погрузить их и увезти на мебельную фабрику. Смотри!
трактор. Третья часть. Фронтальный погрузчик. Оранжевый. Серый. Черный. Фронтальный погрузчик – это специальный трактор с большим широким ковшом впереди. Он толкает его перед собой, чтобы наполнить песком. Смотри! Трактор с большими задними колесами и кузовом впереди. Красный, оранжевый, серый, черный, желтый, коричневый. У такого трактора впереди есть кузов. Смотри! Это очень удобно, когда нужно перевезти, например, несколько мешков картошки. Обычный грузовик на поле застрянет, а такой трактор нет. Бульдозер с резиновыми гусеницами. Темно-серый. Желтый. Коричневый. Серый. Голубой. Смотри, какой необычный бульдозер! Он строит дорогу. Вместо металлических у него резиновые гусеницы. Такой бульдозер может сам ездить по асфальтовым дорогам, не боясь их испортить. Тракторы, работающие в лесу. Трактор-харвестер. Красный. Темно-серый. Синий. Черный. Желтый.
серый. Голубой. Зеленый. Коричневый. Этот трактор пилит деревья в лесу. Он называется «Харвестер». У него большие вездеходные колеса, мощный мотор и специальная стрела с захватом и пилой. Смотрите! Вот «Харвестер» подъезжает к дереву. Захватывает его у основания и спиливает. Теперь нужно очистить ствол от веток и распилить его на ровные по длине куски. Вот так. Готово! Дерево спилено, обработано и готово к транспортировке на перерабатывающую фабрику. Ура! Трактор-форвардер. Голубой. Коричневый. Зеленый. Темно-серый. Желтый. Серый. Черный. Это трактор, который вывозит из леса спиленные деревья. Он называется «Форвардер». Для этого у него есть большой кузов и стрела-манипулятор со специальным захватом на конце. Смотри! Вот трактор подъезжает к куче спиленных деревьев. Опускает стрелу вниз, хватает несколько бревен, поднимает их и загружает к себе в кузов. Оставшиеся бревна тоже нужно загрузить. Готово! В кузове есть еще место. Едем к следующей куче бревен. Видите, там справа работает трактор-харвестер? Да! Так здорово! Трактор с буром. Ямокопатель. Голубой! Коричневый! Зеленый! Темно-серый! Синий! Серый, черный, красный. Для того, чтобы количество деревьев на земле не уменьшалось, на месте спиленных деревьев нужно посадить новые. Для этого нам нужен трактор со специальным буром. Вот он! Смотрите! Трактор едет на место, где нужно посадить дерево. Останавливается. Опускает вращающийся бур к земле. И выкапывает круглую ямку. Дерево корешками опускают в эту ямку и засыпают землей. Готово!
Поехали дальше сажать деревья. Раскраска! Грузовые прицепы. Автомобильный тягач. Красный! Темно-серый! Черный! Серый! Коричневый! Голубой! Это тягач. Очень сильный специальный грузовик, к которому можно цеплять разные прицепы. Прицеп-панелевоз. Голубой! Серый! Черный! Панелевоз перевозит плиты, из которых строят дома, в которых мы живем. Бортовой прицеп. Желтый! Серый! А вот обычный бортовой прицеп. Он может перевозить любой груз. Например, ракету. Смотри! Тент. Синий, желтый, серый, черный. Если на бортовой прицеп сверху поставить палатку, получится прицеп-тент. Груз в таком прицепе защищен от дождя и ветра. Прицеп-муковоз. Оранжевый! Серый! Черный! Прицеп-муковоз перевозит разные сыпучие продукты, например, муку или крупу. Прицеп-лесовоз. Коричневый! Красный! Черный! Лесовоз перевозит спиленные в лесу и очищенные от веток деревья на мебельную фабрику. Черный!
бензовоз. Оранжевый. Красный. Серый. Черный. Бензовоз – это большая бочка на колесах, которая везет топливо на автомобильную заправку. Контейнеровоз. Прицеп контейнеровоз везет в порт большой морской контейнер. Смотри! Трал. Темно-серый. Черный. Трал – это длинная платформа на колесах, которая может перевозить что-то очень большое и тяжелое. Например, бульдозер. Вот это да! Автомобилевоз. Красный. Фиолетовый. Оранжевый. Бордовый. Черный. Прицеп автомобилевоз везет много легковых машин. Как здорово! Прицеп – рефрижератор. Голубой! Серый! Черный! Рефрижератор – это большой холодильник на колесах. Он везет нам мороженое. Как здорово! Прицеп – рефрижератор.
прицеп панелевоз. Бортовой прицеп. Тент. Автомобилевоз. Прицеп муковоз. Прицеп лесовоз. Бензовоз. Трал. Контейнеровоз. Автомобильный тягач. Гусеничный вездеход. Желтый. Коричневый. Серый. Голубой. Зеленый. Коричневый. У гусеничного вездехода вместо колес гусеницы. Почти как у танка. Смотри, на гусеницах можно проехать по любой грязи и даже болоту. Но нельзя ездить по асфальтовым дорогам. Легкий внедорожник. Темно-серый. Зеленый. Черный. Легкий внедорожник можно погрузить на прицеп, взять с собой на дачу и там ездить на нем по бездорожью и плавать по воде. Вот здорово! Вездеход микроавтобус. Оранжевый. Серый. Черный. Голубой. Желтый. Красный. У вездехода микроавтобуса есть большие вездеходные колеса, которые все одновременно толкают машину вперед и не дают ей застрять. На такой машине можно ездить на дачу большой компанией. Грузовой внедорожник. Зеленый. Темно-серый. Синий. Черный.
серый, голубой, коричневый, грузовой внедорожник. Отличается от обычного грузовика тем, что у него большие специальные вездеходные колеса. Кузов высоко поднят от земли, и все колеса ведущие. То есть все колеса толкают машину вперед. Болотоход. Оранжевый, серый, черный, темно-серый, коричневый, голубой, зеленый. Болотоход предназначен для того, чтобы ездить по очень сложным непролазным местам, например, по болоту или глубокому снегу. Смотри, какие у него специальные огромные колеса! Легковой внедорожник. Красный, темно-серый, черный, серый, зеленый, коричневый. Легковой внедорожник часто называют джипом. Это универсальная машина, на которой можно ездить и по городу, и по грязи. Поэтому легковых внедорожников очень много. Легкий внедорожник. Гусеничный вездеход. Болотоход. Грузовой внедорожник. Вездеход-микроавтобус. Раскраска. Вилочный погрузчик. Желтый. Серый. Бежевый. Темно-серый. Оранжевый, черный. Вилочный погрузчик работает на складе. Он ловко берет поддон с грузом и ставит его на стеллаж. Смотри! Контейнерный погрузчик. Голубой, темно-серый, желтый, серый, розовый, черный, сиреневый. Контейнерный погрузчик работает на складе контейнеров. Смотри, какой он сильный! Телескопический подъемник. Голубой! Оранжевый,
желтый, темно-серый, коричневый, черный. У телескопического подъемника есть длинная стрела. С ее помощью он может высоко-высоко поднять любой груз. Раскраска! Серый! Желтый! Дрэг-рейсы – это автомобильные гонки на прямом участке дороги. Задача каждого гонщика – как можно быстрее, на время, проехать до финиша. Серый! Красный! Темно-серый! Формула-1. Самые главные автомобильные гонки. Автомобиль Формулы-1 называется болид. Голубой. Черный. Зеленый. Серый. Темно-серый! Картинг. Гоночная машина в картинге называется карт. Многие гонщики Формулы-1 начинали карьеру в картинге. Голубой! Темно-серый! Серый, черный. Кольцевые гонки – это когда машины ездят по специальной замкнутой трассе, которая называется гоночный трек. Машины соревнуются друг с другом, кто первый пересечет финишную черту. Голубой, темно-серый. Желтый, коричневый, черный, серый. Трофи – это гонки на полноприводных автомобилях по бездорожью. Главное – не застрять в грязи. Голубой, темно-серый, зеленый, серый, белый, синий, черный. Грузовик, который перевозит разные жидкости, например, молоко или воду, называется автоцистерна. Голубой, оранжевый, серый, зеленый, темно-серый. Бензовоз везет бензин на автомобильную заправку.
Это очень ответственная и сложная работа, потому что бензин огнеопасен. Голубой! Серый! Черный! Зеленый! Темно-серый! Белый! Красный! У муковоза есть специальный кузов, предназначенный для сыпучих продуктов, например, муки или крупы. Разгрузка! Автомобильные эвакуаторы приходят на помощь. Эвакуатор с краном. Желтый! Синий! Черный! Серый! Темно-серый, голубой. Если машина сломалась, эвакуатор с краном поднимает машину за колеса, ставит ее к себе на платформу и везет в автосервис. Это очень удобно. Эвакуатор с лебедкой. Зеленый. Коричневый. Черный. Темно-серый. У такого эвакуатора есть платформа и лебедка с тросом. Эвакуатор опускает платформу, цепляет тросом машину, загружает ее к себе на платформу и везет в автосервис. Там машину отремонтируют, и она будет как новая. Американский эвакуатор. Красный. Голубой. Черный. Темно-серый. Такой эвакуатор ставит передние колеса сломавшейся машины к себе на специальную подставку. А задними колесами машина сама едет по дороге. Смотри!
Эвакуатор для грузовиков. Желтый. Голубой. Темно-серый. Черный. Это специальный, очень сильный эвакуатор, который приходит на помощь, если сломался большой грузовик. Он поднимает его за передние колеса и везет в автосервис.